Раз в год полицейские снимают служебную форму и перевоплощаются в сказочных персонажей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже несколько лет подряд приезжают в детский дом «Родничок», чтобы дарить радость. Около 10 лет мы этим занимаемся, и дороже, наверное, даже для нас. Вот этих эмоций, которые мы сегодня видели, не бывает ничего. Ничто так не поднимает настроение и не снимает усталость, которую получаешь на работе, чем вот это удовольствие видеть вот эти счастливые, добрые, ласковые глаза. Своих подшефных взрослые не забывают. Подарки покупают всем коллективам, откладывают на них часть зарплаты. Всегда интересуются, что нужно ребятам в первую очередь. И, конечно, покупают сладкие гостинцы, ведь без них Новый год немыслим. Очень приятно видеть детишек ежегодно, посмотреть, каких творческих успехов они добились, посмотреть на их мероприятия в целом. И каждого хочется увидеть после этого мероприятия счастливым, чтобы их глаза, как бы чтобы в их глазах можно было увидеть искорку счастья. Ведь всем прекрасно известно, что дети, находящиеся в этом доме, они большинство без родителей, поэтому мы ежегодно их радуем своим присутствием. Своим маленьким подшефным добрый Дед Мороз пожелал здоровья, успехов в творчестве и пообещал непременно вернуться через год. Слух никто из взрослых так и не отважился пожелать детям обрести настоящую семью. Хотя и без слов понятно, что это именно то чудо, которого все они так ждут. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.